Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії учасники громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков та постійний експерт Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Шановні добродії, деякі наші передачі ми присвячуємо аналізу поточних політичних подій та подій соціально-економічного змісту. Сьогодні ми вирішили проаналізувати ті події, які пов'язані з початком виборчої кампанії. Напевно, ви помітили, що починають наповнюватися змістом білборди, там ми бачимо зображення політиків, дедалі агресивніше стають їх виступи на телеканалах. Ну, є інші ознаки того, що виборча кампанія, власне кажучи, вже почалася, ми також спостерігаємо. Валерій Іванович Борзунов займається системно аналізом. Отже, сьогодні ми попросили його поділитися своїми враженнями, своїми думками щодо того, як починається чергова виборча кампанія в Україні. Валерій Іванович, яка зараз ситуація, як би характеризувала основні її риси? Ну, если говорить о ситуации, то я бы выделил вот три таких момента или три направления, которые, с моей точки зрения, дают характеристику, позволяют оценить, что мы, собственно, имеем, что мы хотим и где мы находимся в этих координатах. Первое направление – это, а что, собственно, мы ожидаем от выборов. То есть выборы привязываются всегда каким-то изменением, надеждой на будущее. Так вот, прежде всего, когда мы говорим об изменениях, о будущем, мы должны это представлять, визию какую-то иметь будущего сами и ожидать, что это будущее будет предложено теми кандидатами, которые там заявляют свои амбиции, свои претензии. Ну, в данном случае речь идет там о предстоящих выборах. Особенность этих выборов в том, что это выборы, ну, так, затяжные, что ли. Они будут длиться полтора года. Это выборы президента, выборы Верховной Рады осенью и такие очередные выборы, плановые выборы в 2020 году местные органы власти. То есть, в принципе, можно сказать, что за эту избирательную кампанию в комплексе произойдет перезагрузка власти. Или, по крайней мере, мы так бы ожидаем, что какая-то перезагрузка пройдет. Поэтому первое, что, на мой взгляд, нужно оценить, это вот по первому направлению, это а какое будущее нам предлагают. Вот если исходить из этого ответа на этот вопрос, то я не буду называть фамилии, то есть на частности не хочу переходить, а так по группам, что ли. То есть можно сказать, что представители действующей власти, на мой взгляд, они предлагают не будущее, а продолжение настоящего. Я иногда в своих анализах говорю «ремонт настоящего». Вот такая там, в экономике, это я называю фасадной экономикой. То есть я не вижу радикальных изменений, которые бы привели к другому будущему, чем то настоящее, которое мы имеем. Это одна группа. Вторая группа ну, оппозиционеры или оппозиционный блок. Хотя на сегодняшний день отнести кого к оппозиции тоже достаточно сложно, потому что, допустим, если анализировать Верховную Раду, то та коалиция, которая была создана, она сегодня распалась, и те силы активные и политические, которые входили в коалицию, часть из них оказалась оппозицией этой партии. Так вот, оппозиционные силы предлагают какое-то будущее, будем так говорить, но наиболее ярко вот предложение будущего – это так называемый новый экономический курс, достаточно объемный такой вот материал, там около 400 страниц. Вот, могу сказать, что достаточно взвешенные такие предложения, но я не вижу там ответа на главных вопросов, от которых все начинает проистекать. Это проблема мира, а как мы все-таки можем выйти из той конфликтной ситуации, в которой уже 4 года находимся. Я не вижу характеристики макроэкономические по той будущей экономике, которая предлагается. То есть говорится, в общем-то, хорошие вещи. А вот все-таки, если это 27-й год,
Так где мы окажемся в 2027 году по относительно других мер? Какие цели устойчивого развития происходят? Вот я в оппозиции это не вижу. И третья группа, в которой я вообще не вижу никакой визии. Вот есть лозунговые предложения, есть какая-то технология, которая там в активистах превращается. Вот, но визии я такой не вижу. Вот если коротко сказать по первому направлению, я особенно не ожидаю или не вижу на сегодняшний день того будущего, того света в конце туннеля, который хотели бы мы от выборов. Это по первому направлению. Ну, коротко я не буду останавливаться на вторых, но, по крайней мере, их перечислили. Это сама система избирательная. Я не вижу вообще тех экспертов, которые бы довольны были этой избирательной системой. Если коротко сказать, что у нас как такового народовластия или народ как источник власти отсутствует, а мы, по сути, превратились, наша власть превратилась в источник партийно-квотной системы. То есть формирование власти идет по партийным спискам. Партийные структуры не представляют интересы территориальных громад. Это вот вторая там особенность или второе направление. Ну и третье, коротко, это, собственно, сами мы, избиратели. А что мы хотим, на что мы способны? Если не вдаваться там в детали, то за 27 лет мы так показали свою полную неспособность избрать тех людей, с которыми мы могли бы связать свое будущее. Вот. Если так, я охарактеризовал бы ту ситуацию, в которой мы находимся в начале избирательной кампании. Валерий Иванович, от ми бачимо в політичних програмах програми, які називаються «Стратегії економічного росту». Вам не здається, що це скоріше гра у стратегії, ніж це реальні стратегії? Просто ну, там політики розуміють, що люди бачать, що за останні роки рівень життя погіршується. Отже, треба запропонувати щось таке, що, де би йшлося про підвищення рівня життя. Тому ось це називається «Стратегія там, економічного зростання». Там, і, ну, скоріше, це гра у стратегії, а виборчі гасла спрямовані на емоції, спрямовані на не на розумову сферу людини, а на емотивну сферу людини. Ну, як на мене. Ще, по-друге, я би хотів сказати, що ну, особисто я взагалі не вірю у можливі зміни зверху. У що я вірю, це зміни ось тут, з громад, у культивування демократії, у те, що люди тут, у об'єднання розумних, відповідальних людей на місцях і тих людей, які зможуть дійсно визначити своє майбуття і визначити свій шлях, об'єднатися навколо цього шляху, то тільки, ну, це моє суб'єктивне враження. Я так думаю, що якщо зміни і будуть, то вони будуть ось там, на місцевих виборах, можливо, там щось відбудеться. Поки що я якихось ознак, що зверху дійсно будуть якісь позитивні, кардинальні зміни, я не бачу. То моє таке враження. Ну, тут достатньо складний вопрос, как правильно его оценить, как объективно оценить. Если рассматривать, вот опять-таки, как вы говорите, стратегии, то есть стремление в какое-то там более светлое будущее, то есть это инструмент этого изменения, это реформы. Вот насколько эффективны реформы, настолько мы можем радикально изменить свое настоящее и установить курс движения каким-то там более серьезным макроэкономическим показателям. Реформирование, оно требует какой-то координации, требует какого-то вот волевого решения. Вот. И опыт тех стран, которые там достигли хороших результатов, ну, те же самые там, азиатские страны известные, это и Сингапур, и Южная Америка, да тот же самый Китай, который демонстрирует сегодня, говорит о том, что реформы должны быть очень управляемые. Тогда это, можно пройти их достаточно быстро. Но что такое концентрация власти? Тогда эти реформы должны двигаться сверху. Сверху должен быть тогда аппарат, центральный аппарат, достаточно просвещенные люди, то есть понимающие суть трендовой мировой экономики и политических событий, раз. И второе, обладать ну, моральными качествами, порядочными качествами, потому что если человек в принципе непорядочный, то говорить о светлом будущем смысла нет. Вот, к сожалению, 27 лет мы в центре не смогли сформировать
такой центральный аппарат, не смогли выбрать такого национального лидера, который обладал бы этими двумя качествами и который смог бы объединить. Это вот, хотя, наверное, было бы нужно этим пути. На сегодняшний день я не вижу серьезного такого лидера, который обладает этими качествами, вряд ли он появится там в этих выборах. Вот в этом случае, да, остается вариант идти реформирование снизу, децентрализация снизу, и вот от территориальных громад начинать формировать там новую элиту. Вот. Сложность формирования ее снизу такова, что все равно рамки изменений они создаются не в территориальных громадах. То есть я не могу, допустим, сделать хорошую стратегию там, на уровне города там, или даже региона, если страна в целом движется куда-то там в обратную сторону или не в ту, которую я представляю себе. Поэтому у нас вот реформа децентрализации в этом плане затормозилась, потому что, а, там вообще нет никакой стратегии экономической, а, б, там, где что-то пытаются, оно не вписывается в тот курс, на который мы идем сегодня, в принципе, страной. Ну, ми про це багато говорили, про те, що дійсно все взаємопов'язане. Я хотів сказати, що можливо буде таке, що це взагалі буде єдиний шлях дійсно позитивних змін. Тому що, ну, що має відбутися зараз за таким гамбурзьким рахунком? Має в Україні з'явитися хтось, який би сказав, що ми тут вже догралися, що народ вже доведений до зубожіння, що економіка, ми бачимо повну катастрофу економіки, давайте серйозно дивитися на справу реформування, дуже нудну справу реформування, наукового підходу до серйозних проблем, і його, цього когось мають почути всі, від опозиціонерів, від радикалів, від поміркованих, всі мають почути, визнати, що да, це так, і ось тоді, на мій погляд, можна сподіватися на якісні зміни. Я думаю, я, навіть якщо такий зараз з'явиться, його чути ніхто не захоче чути. Бо його слова потрібні звичайним українцям, ну а так. Тому я і говорю, що можливо це вибори, місцеві вибори після оцих всіх шоу-бізнесу під назвою президентські вибори та парламентські вибори буде, можливо, єдиним виходом, можливим щодо очікування якісних змін. Не знаю, я винужден вас огорчити чисто суб'єктивно. Понимаете, я недаром начал з того, що це трьохступенчатые вибори, і вони починаються зверху. То есть формируется аппарат президентский, формируется аппарат Верховной Рады, формируется кабинет министров. Все, как это говорят, все рассели в своих креслах. Потом эту систему изменить местными выборами в 2020 году, тем более, что они будут не повсеместно, очень сложно. То есть реформирование системы снизу, вот этот эволюционный, он очень длительный. Если мы делаем ставку только на это, тогда надо честно сказать, что, ну, ребята, это лет 15-20, то есть поколение должно смениться. Кто согласен с этим? Ну, наверное, надо. Хотелось бы все же быстрее, нам все же хочется побыстрее пощупать это будущее. Ну, як завжди ми заговорилися, а ми ще хочемо поговорити про наші прогнози. Ну, власне кажучи, ми логічно підійшли до цього питання про прогнози. Чого тут очікувати, як буде розвиватися далі події? Ну, нам прийдеться, Валерій Іванович, зараз вже стисло аналітично викладати свої думки. Ну, якщо коротко по прогнозам, ми, в принципі, говорили, по той раскладке, которая на сегодняшний день есть, мы будем выбирать по тому же принципу, что и предыдущим. Мы из двух зол выбираем меньше. То есть я не вижу каких-то радикальных изменений, поэтому система выбора будет такая. Надо смотреть, отбрасывать слева, справа и выбирать, что такое срединное, чтобы не очень уж испоганило то, что и так плохо на сегодняшний день. Это раз. И второе. Выборы только, кампания только начинается, официально она даже не началась. То есть я предполагаю, что будут какие-то изменения, какие-то интриги, какие-то, ну, непредвиденные обстоятельства, черные лебеди, которые, в принципе, могут повлиять на эту избирательную кампанию. Будет проявление и так называемые внешних игроков, внешние интересы. То есть они уже сегодня проявляются, но еще недостаточно ясно. Поэтому вокруг вот этой формулы выбора из двух зол меньшее, могут быть какие-то изменения, небольшие влево или вправо.
Добре, дякуємо, що ви так аналітично і коротко з одного боку, з іншого боку абсолютно ясно визначили це. Єдине, що телеглядачам треба, я думаю, пояснити, хто такі чорні лебеді, чорні лелеки. Мені дуже подобається цей термін, і я так десь в глибинах своєї душі сподіваюся на цих лелек, що вони сюди припливуть на Україну. То чорні лебеді – це з звісного книги Таліба. Это такие факторы влияния на текущие события, которые трудно прогнозируемые, но достаточно сильно изменяют наше представление о будущем. Я навіть історичний приклад можу привести. Ось коли була встановлена панщина на Україні, коли було ополячення, католичення, економічний гніт, частина населення селилася там на території Запорізької Січі і утворила такий суб'єкт політики, який став впливати на хід української історії, який взагалі Україну багато в чому допоміг зберегти як націю. А його появи в Січі там ніхто не очікував. Не знали, що з нею робити. Ані польський король не знали, ані там інші суб'єкти, гравці, як ви їх називаєте. Так і тут може теж з'явитися дещо таке, що дійсно, ну дай Боже, що це порятує Україну і надасть якийсь шлях. Насчет порятує, не знаю, але я приведу коротко там буквально один пример. Два внешніх ігрока звісно, які впливають на наші, це Сполучені Штати і Росія, це всім зрозуміло. Но надо обратить внимание в этой избирательной кампании на изменение политики Европы и ЕС. Сегодня Европа начинает не так уж сильно идти в фарватере американской политики. У них появляются свои собственные интересы. Вот это один из факторов, который может развиваться. Ну, я особисто сподіваюся, що ми припинимо заглядати в рота там комусь там в Вашингтоні або в Брюсселі і будемо визначати своє майбуття тут. Декілька хвилин залишилося буквально для того, щоб висловити наші пропозиції. Ну, якщо коротко, от як я, допустим, чисто зі своєї громадянської позиції, з тої роботи, яку ми ведемо по економіці, устойчивому розвитку, я пытаюсь найти из вот этой всей плеяды, которая сегодня уже заявлена, человека, который бы близок был мне по тем идеям, по устойчивому развитию, по региональному устойчивому развитию, и попытаться вот соединить эти идеи регионального развития с теми центральными задачами, которые нельзя решить внизу. Вот я такого человека ищу, надеюсь на то, что он найдется, и наши предложения, мои предложения как-то соединятся. Это раз. И второе, я пытаюсь все-таки найти отдельные инструменты, отдельные фрагменты, чтобы в регионах, где сейчас тоже происходят и выборы, и готовятся к выборам, ну, начинать сформировать эту команду, которая в будущем может быть стать руководителями там, города, области, и территориальных громад и так далее. Потому что время полтора года до 2020 года, это кажется так длительно, а на самом деле он и очень мало, чтобы сформировать новую элиту. Ну, я додам тільки одне, що, як на мене, то оці люди, розумні люди, які пов'язують своє майбуття і своїх дітей та онуків з Україною, зараз просто зобов'язані займатися політикою, вони зобов'язані спілкуватися, об'єднуватися, вони просто зобов'язані якось ось комунікувати на предмет нашого майбуття. І просто навіть сам факт спілкування таких людей – це вже дуже багато. Ну, это вот третье направление, которое мы не коснулись, ведь в конце концов выбор все равно за нами. Как бы мы ни говорили, что там нам мешают, нам не дают, вот что-то такое, но каждый человек подходит к какому-то моменту, когда он делает выбор, и он делает это лично. Вот у нас наступает момент, когда мы в очередной раз нам дают шанс сделать выбор. Ну, що виберемо, то і з тим будемо жити. Дякую, Валерію Івановичу. Все ж таки будемо сподіватися на краще. У мене така надія на краще майбутнє України є. Ми дякуємо вам, наші шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Ми намагалися нашу розмову зробити цікавою для вас. Ми також закликаємо вас сподіватися на краще майбуття, сподіватися на те, що ця передвиборча кампанія, оці три види
виборів, які зараз будуть протягом полутора цих років, принесуть дійсно певну перспективу і якісні зміни на краще в Україні. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.